Друзья, рада видеть вас на моем канале. Недавно я писала статью о своих покупках в Икее. Сейчас я вам покажу свои покупочки, потому что я их еще не открывала. Взяли кресло, которое не планировали, но очень хотели, и взяли кресло вот такие вот подушки. Кресло же взяли вот такой вот плед, тоже он был по акции, около 300 рублей, и взяли с той целью, чтобы кошка не уничтожила быстро ткань на кресле. Ну и вообще прикольно с ним сидеть, особенно муж забавно смотрится, как старый дед. Вот такой вот поворотный столик. Я взяла его в основном для съемки, но в комментариях девочки писали в Инстаграме, что они давно пользуются таким столиком, раскладывают на него роллы или сырквину, или какие-то закуски. Ну, я думаю, здесь комментарии не нужны. Эта штука стоит 40 рублей. Набор вешалок. Каждый раз в Икее покупаем вешалки, все время их почему-то не хватает. Вот такие две гибкие разделочные доски. Их решил взять мой муж. Видимо, они ему очень нужны, не знаю. Вот такая вот баночка. Она очень классная. У меня есть одна такая. Я в ней постоянно храню какие-то соусы, варенье, джемы, там, карамель, все что угодно. Очень удобно. У нее вот так вот закрывается крышка. Ее можно мыть в посудомойке, и вот этот металл не ржавеет. Решили взять вот такую бутылочку. Она была по акции. Лопаточка. Не знаю, насколько она удобная, потому что именно такой я не пользовалась. Формы для мороженого. Не пробовала еще, ничего не могу сказать, удобно или нет. Вот такие вот стаканы, две штуки, по 39 рублей. Мы сначала их взяли, потом выложили, потом вернулись и положили обратно, потому что уж очень нам понравились. Набор кухонных полотенчиков. 4 штуки за 199 рублей. Долго ходила, выбирала, хотела купить другие, потому что такие, точно такие у меня уже были. Но в итоге вернулась и взяла их же. Это у нас наволочка, чехол на подушку, который я показала в начале. По цвету подходит к нашему креслу. Ну, не знаю, замочком, мне кажется, должна быть удобная. Вот такой вот коврик-салфетка на стол. Незаменимые икеевские контейнеры, наборчик. Стоят, по-моему, около 200 рублей. Они очень удобные. У них плотный пластик и крышка закрывается очень хорошо. Брала кучу разных контейнеров в местных магазинах. Эти мне нравятся больше всего. Мне кажется, их не бывает много, особенно если ты часто готовишь. И вот такая ароматная ароматическая свеча с кокосом, которую мы захватили уже на выходе из Икеи, потому что не могли пройти мимо этого прекрасного запаха. Пожалуйста, пишите в комментариях, если такой формат видео вам понравился. Я буду снимать чаще, потому что для дома мы покупаем что-нибудь постоянно. Всем пока!